Весенние ручьи уносят с собой брусчатку и надежды местных жителей на покой. Василеостровцы требуют привести в порядок улицу Репина, которую капитально отремонтировали год назад. Подо мной брусчатка ходит ходуном уже. То есть закрепления брусчатки нету. Ремонт самой узкой улицы Петербурга затеяли уже полтора года назад. Старую, исторически ценную брусчатку сняли и увезли в неизвестном направлении, а вместо нее положили новые камни. К несчастью, и метод укладки мастера сохранить не позаботились. Раньше на этом уровне были отмостки, специальные скосы, по которым стекала вода. После ремонта их не сделали, поэтому дождь размывает брусчатку и фундамент дома. Сейчас вода плохо уходит в люк и вымывает песок из швов. Впрочем, если она и добирается до люков, толку от этого мало. Они тоже были сделаны по современной технологии. Здесь сделан не слив, здесь просто яма. И когда уровень осадков у нас превышает нормы, естественно, это все поднимается кверху. Ну, понятно, если бы там были какие-то проходы, какие-то трубы, естественно, это бы куда-то уходило, это бы не поднималось. Такой объем не может засориться. После ремонта, который должен был улучшить состояние улицы, брусчатка пришла просто в ужасное состояние. Теперь после дождя камни можно достать просто руками. Звучит невероятно, но жители уверены, до ремонта улица была в куда лучшем состоянии. Сейчас им хочется только одного, чтобы ей вернули первозданный вид и оставили в покое, без реноваций и улучшений. Они получили 41 миллион из бюджета, и при этом стало гораздо хуже. Доказательства вот, пожалуйста, вода, которая не может нормально течь в места, которые отведены для нее. С просьбой о помощи жители обратились в законодательное собрание, а оттуда письмо было направлено в Комитет транспортной инфраструктуры. Обычно ответ приходит в течение месяца, и половина этого срока уже прошла. Улица Репина всего 5 метров шириной, на ней стоят 32 дома 19 века. Ее уже давно облюбовал Ленфильм для съемок исторических картин. Правда, после неправильной укладки брусчатки улица потеряла для него свою ценность. Теперь камни лежат слишком современно.